Всем привет, я делала свою новую курточку, вот. Я иду к Тимоне, взяла сумку, перчатки, чтобы руки не замерзли, вот, сумка, там, деньги и проездной, чтобы мне ездить, вот. И этот... Деньги для того, чтобы купить Тимоше проглистовку. Ну, проглистовку и отблок там, что нам порекомендуют. Бабушка будет платить. А какую-нибудь игрушечку покупать я ему буду за свои деньги. Конечно же, игрушку я ему покупать буду не одну, а либо две, либо три. Вот, еще мне, возможно, сегодня купить новый телефон. Вот, но я не знаю, как все будет обстоять. Все вот эти вот палаточки, не палаточки. Вот. Я не знаю, если я себе настрою в новом телефоне YouTube, то, возможно, у меня все эти видео пропадут, и подписчики тоже. Вот, поэтому я не особо хочу себе новый телефон. Вот. Сзади у меня там хвостик торчит такой, потому что я сделала себе такую гугличку. Вот, бабушка только вышла из дома, но я иду к ней навстречу с Тимоней. Артём и Вика, вот. В общем, сегодня мы с ним встретимся. Покажу вам, как же мы проводим с ним вечер. Вот, я очень довольна, даже охота плакать у нас. Ну, прям вот вообще капельки-капельки небольшие падают снега. Вам, скорее всего, незаметно. Вот. Но они идут. Эти капельки. Вот. Может быть, кто-то спросит, для чего Тимоша сейчас игрушки, так как он, может быть, половина ничего не понимает. Ему надо развивать мелкую моторику. И вообще моторику развивать, так как он маленький. Ему это надо делать. Даже очень полезно. Итак, в общем, всем пока. Встретимся уже дома с Тимошей.